Ребят, всем огромный привет! Я рада видеть вас на своем канале. С вами снова я, Сюзанна. Я люблю упаковывать подарки, люблю что-то такое интересное, необычное выдумывать. Поэтому в сегодняшнем видео поделюсь с вами несколькими идеями. Как же я упаковала подарки, как можно упаковать подарки. В комментариях обязательно пишите, любите ли вы заморачиваться с упаковкой подарка или для вас это не особо имеет какое-то значение. Если вам эта тема интересна, то обязательно оставайтесь со мной. Давайте быстренько приступим. Итак, для первого подарка нам понадобится бантик. Вот такие вот помпоны. И любую ленту. Я взяла вот такую ленту с пайетками. Первое, что делаю, приклеиваю ленту с пайетками к самой коробке. Это немножко трудновато, но я с этим справилась. Оборачиваю 2 оборота сверху, 2 оборота сбоку. Далее добавлю бантик, приклею при помощи горячего клея. Теперь переходим к самим помпонам. В произвольном порядке я приклеиваю помпоны, стараюсь перемешивать те, которые поярче, те, которые побледнее, чтобы это все симпатично в итоге смотрелось. Теперь нам нужно сделать карточку. Из красивой бумаги я вырезаю листочек. И теперь буду стараться сделать из нее бирочку. При помощи дракола делаю дырочку в этой бирке. Далее привязываю на белый шнурок и все это приклею под бантик, чтобы у нас все хорошо держалось. На этой бирке можно потом написать, кому принадлежит подарок, и какие-то добрые пожелания или просто слова на Новый год. Мне кажется, такие подарки оценят девочки, которые любят очень няшные штучки. Я думаю, ни разу никто не получал именно такой подарок, и это будет как-то необычно и прикольно. Для упаковки следующего подарка нам понадобится мешковина. В этом году я очень часто ее использую, потому что она мне нравится. Также взяла разные ленточки, шишки. Сначала отмеряю, сколько именно мешковины нам нужно будет отрезать, чтобы обернуть весь подарок. Потом это все дело, конечно, отрезаю. Все лишнее уберу. По бокам немножко распускаю, потому что мне так больше нравится. По-моему, смотрится круче. Теперь это все примеряю, как оно должно лежать, и приклеиваю при помощи горячего клея. Сначала приклеиваю к самой коробке, потом хорошенько все натягиваю и приклеиваю друг к другу. И приклеиваю один край к другому краю. Теперь оборачиваю все ленточкой. Тут все стандартно. Обернули, перекрестили. Повернули передней стороной, завязали бантик. Теперь все расправляю, как всегда, потому что у меня все кривенько получается. И добавлю еловую ветку. На краях ленты вырезаю такие треугольнички, чтобы ленточка и, в общем, бантик смотрелся очень красивым, аккуратным. Теперь добавлю шнурочек, на края которого приклею шишки. Сначала приклеиваю на одну сторону, потом шишку на другую сторону. Теперь будем, как всегда, прятать клей. Нам для этого понадобятся маленькие бантики, которые делаю из той же ленточки. И делаю второй бантик. Потом оба бантика приклеиваю сверху на шишки, там, где клей. Можно это все приклеить. Я обвязала вокруг бантика, и у меня все хорошо держалось. Такие шишки придают этому подарку изюминку. По-моему, смотрится очень круто. Очень по-новогоднему и в цветах, и в материалах, и плюс шишки, плюс елки смотрится прикольно. Не каждый день получаешь такой подарок. Я думаю, это будет приятно, и все это оценят. И сразу видно, что вы не просто подарили подарок, а потратили на него время. А это куда приятнее, чем просто откупиться подарком. Следующая очень необычная упаковка подарка. Мы берем, собственно, сам подарок, оборачиваем его бечевкой, сзади завязываем. Потом несколько оборотов делаем. В моем случае это получается 8 оборотов. И разделяем теперь бечевку по 2 штучки. Именно таким способом, как я показываю. Теперь переходим к декору. У меня были вот такие маленькие прищепки, на которые я приклеиваю спил от дерева, который я купила в Леонардо, про него я рассказывала. Теперь займемся маленьким украшением. Беру 2 шишки и склеиваю их при помощи горячего клея. Потом к ним приклею еще 3-ю шишку, и у нас получится такая как бы звездочка. Можно сделать снежинку, можно сделать любой узор. Мне захотелось просто добавить именно шишек. Прикалываю наше украшение к бечевке и добавлю ко всему этому бантик. Беру шишки, наношу на них горячий клей и приклеиваю к нашему подарку. Хорошенько прижимаю, чтобы все хорошо схватилось. Также приклеиваю бантик. Также вырезаю треугольничек, чтобы наш бантик смотрелся законченным и аккуратным. Опять беру маленькую прищепку, на нее приклеиваю шишку. Еще одну прищепку, на нее еще одну шишку. Закрепляю эти шишки к нашему подарку.
Все оставляю на тех местах, где мне бы хотелось. И еще прикалываю две маленькие прищепки. Теперь перейдем к карточке. Вырезаю из красивой бумаги небольшой листочек. Также отрезала небольшой кусочек мешковины. Немножко по краям распускаю, потому что мне так больше нравится. И прикалываю все прищепками. На мешковину при помощи горячего клея приклеиваю нашу этикетку, на которой потом можно подписать подарок и написать какие-то пожелания. Теперь добавлю вот такие вот маленькие помпушки, которые будут смотреться как бы снег на подарке. Получилось очень необычно. Я сама на самом деле никогда такого не делала. Много мелких деталей, и в общем это смотрится как-то очень круто. Со вкусом и как-то и неожиданно для того, кому вы будете вручать этот подарок. Вот мы и упаковали подарочки. Я надеюсь, это вам понравилось. Если так, пишите обязательно в комментариях. И напишите, какой вариант вам понравился больше всего. Если понравилось видео, ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал, чтобы смотреть новые видео. Всем огромное спасибо, что вы были со мной. Всех целую и обнимаю. Всем пока-пока.